Good news. Полыли то мышки, то пчелки. Проверить почту. Давайте проверим. Тут те ящики, которые мы в самом начале еще делаем. А что, его нету? Спам, журнал, счет за телефон. Это жмет? О, Самир прислал мне документы. Это нужно прочитать вместе с Филиппом и выяснить, почему здесь сказано, что тетя Мэри купила это место. Так, эти документы не на эту землю. Это место с другой стороны дома Люка. Впрочем, оно граничит с этим участком. И он принадлежал тете Мэри, так что... Нет, нет, нет! Лихо закручен сюжет. Так. Что-то тут покрыто мраком. Все. Таинственная тайна. Нет, нет, нет. Этот участок просто огромный. Мне не привести его в порядок вовремя. У меня остался всего один день. Ну чё ж один, сегодня же 28-й день. Еще два дня, помню. Так, почему? Почему Филипп скрыл это от меня? Он был здесь столько раз и никогда не упоминал тот участок по соседству. Он всегда такой скрытный. Я не понимаю, зачем ему это делать. Я не получу наследство. Я не могу в это поверить. Я не получу наследство. Это все было впустую. Вот ты где. Мне нужно с тобой поговорить. Я не в настроении, мам. Что ж, плохо.
такие сходни. Вперед. А почему грустишь? Просто есть плохие новости, вот и все. Он тебя бросил, верно? А я говорила, что он неудачник. Ты никогда не говорила мне насчет других активов Мэри. Ой, я ничего из этого не получаю. Я знаю, а Филипп просто ведет с тобой какую-то игру, верно? Думаю, да. Я говорила, что он что-то от тебя скрывает. Что ж, по крайней мере, у тебя есть дом и остальные деньги. Ты можешь просто продать дом мистеру Ричу, и это обеспечит тебя надолго. Конечно, мам. Это место, оно ведь никогда не было твоим домом. Не нужно расстраиваться из-за его продажи. Я пойду спать, мам. Как хочешь. Спокойной ночи. Так, что-то лихо. Финал какой-то будет. Чувствую. Нехилый. Начать новый день. Ну, давайте, это какой, 29-й? И начнем новый день. 3:04. Мистер Джонс, нет! Не ешьте всё! Оставьте меня, вы, тролль! Как вы могли меня предать? Чем закончится эта эпопея с садом Лили? Я думаю, что будет что-то необычное. Видимо, нужно вставать. Хотя теперь это кажется совершенно бессмысленным. Не понимаю, почему тетя Мэри и Филипп так меня подставили. Возможно, но тетя Мэри, которую я помню, была совсем не такой. Вау!
Привет, подруга. Видимо, мы с тобой теперь будем редко видеться. Хочешь пойти со мной посидеть в роще? Там так спокойно. Вау! Хорошо, только хватит лаять, прошу. Мам, у меня сегодня много работы. Не отвлекай меня, пожалуйста, ладно? А да, завтра же большой день. Да, большой день. Увидимся позже. Что? Кто опять устроил беспорядок?